Так, все, все собрались. Здравствуйте, ребята. Сегодня ваш первый день в лагере Тимуровец. Ну что ж, давайте познакомимся. Меня зовут Виталий. А меня зовут Ира. И я надеюсь, что мы с вами станем самыми лучшими друзьями за это недолгий промежуток времени. Вам у нас очень, ну очень и очень понравится. Да, у нас действительно весело. Ну что ж, сейчас Ира отведет девочек по комнатам, а я, соответственно, мальчиков. А что, в гости к девочкам нельзя будет ходить? Ну, во-первых, это лагерь. А во-вторых... Нету здесь вторых! Обидно! А я думал... Внимание, внимание, ребят, посмотрите! Все-все-все на меня поднимите свои глазки, навострите свои ушки и слушайте меня очень-очень-очень внимательно. Что за детский сад? В 10:30, а именно через 19 минут и 30 секунд, у нас будет собрание, где вам расскажут о том, как правильно вести себя на территории лагеря. А сейчас все девочки идут за мной. Мальчики со мной, все, пойдем. Пойдемте. Так, все, не остается. Намного лучше было, и то интереснее. Хоть прогулять уроки можно было. Посмотрим, что будет на собрании. У меня есть один план. Как улучшить нашу жизнь? Верно. Ой, что-то тихо стало. Да, это точно. Слушай, какая музыка. Погромче. У тебя есть Денис Майданов? Нет, давайте что-нибудь покруче. Нарушение дисциплины! Ответьте честно, кто включил музыку? Чей это телефон? Я ведь все равно узнаю на собрании. Угу. Музыку в лагере слушать можно, но не так громко. Ну что ж, а сейчас Ира озвучит программу мероприятий на сегодня. Подъем у нас будет в 9 утра. Обязательно надо будет умываться и заправлять всем кровати. И всем-всем-всем чистить зубы. В 9:30 у нас завтрак. В 10:00 у нас заряд. В 8 утра прогулка по нашей необычной местности. В 12:00 экскурсия по лагерю. Потом у нас обед, сончас, полдник. Экскурсия по музею, ужин и отбой. А сейчас самое время идти на прогулку и дышать свежим воздухом. А можно мы здесь немного посидим? Здесь так красиво, зеленые стены, зеленые стулья. Ну, пожалуйста! Да, ладно, 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 ладно. Только ненадолго. И помните, потому что у нас прогулка. Слушай, ты будешь свой план озвучивать? Да, расскажи, интересно. Что за план? Так, здесь ужасно. Вообще ужасно. Хуже лагеря не придумаешь. Дальше говори! Давайте снимем фильм про наше проживание в лагере. Напишем на каждый день сценарий. И потом будем прикалываться над вожатыми. И выкладывать это в YouTube. Дело говоришь. А как мы это будем снимать? Нам же нужна камера. У меня на телефоне классная камера. Дети, вас прогулка на свежем воздухе ждет.
сейчас мы проведем небольшую перекличку. Маша? Здесь. Саша? Здесь. Света? Здесь. Сережа? Здесь. Артем? Здесь. Данил? Здесь. Оля? Здесь. Маша? Здесь. Лиза? Здесь. Яна? Здесь. Катя? Здесь. Данил? Здесь. Нету. Нет? Нет. Одного не хватает как раз. Одного. Данил, не хватает. Это который был в синей куртке, такой в черной шапке, да? Да! Да? А где он? Он пропал! Пропал? Да. Тогда вы, мы сейчас вас поднимем в корпус, и сами пойдем его искать? Да, да. Все, ребят. Мы сами найдем. Да, да, верно. Сами дадим? Ну, да. Ладно. Только сидите в комнатах очень тихо. А куда он побежал-то? Кто-нибудь видел, нет? Я видела, что он пошел туда, в лес. Все, тогда мы бежим его искать, а вы поднимаетесь в корпус. Хорошо, хоть Данил нашелся. А сейчас после обеда у нас сон час, и все должны спать. Хотели повеселиться, нам было скучно. Это я придумала сделать шалость, а потом снимаю их на камеру и выкладываю в интернет. Да ладно, 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 прощаем вас. Но ведь идея это правда клевая была. А давайте пойдем также прикалываться над другим отрядом. Да!